добиться экспорта, ищите другие рынки. Если Россия нас не понимает и понимать не хочет, ну что ж, встретимся вот с президентом после инаугурации, обсудим детально и капитально все вопросы. Надо определяться. Если они решили нас наклонять постоянно, непонятно за что, ну тогда что ж мы, тогда будем искать свое счастье в другом месте. Поэтому ищите другие рынки. Нельзя на одном рынке все время сидеть. Они завезли, кто-то откаты получил за это сухое молоко с Новозеландии. Во-первых, что привезли? Чем народ кормит? Но это их проблема. Они этого не понимают, понимать не хотят, потому что везде откаты. А мы должны видеть свои интересы, которые не противоречат россиянам. Мы им плохого ничего не везем. Мы сами потребляем то, что им передаем. И дай Бог, чтобы, как они сами проверяющие говорят, чтобы в России было так, как в Беларуси. Ну, значит, там другие законы, другие подходы. Поэтому будем определяться в этом году. Что ж мы на коленях постоянно стоим? Доброе дело делаем, на коленях стоим. Каждый месяц это примерно по 100 человек.